Фондовые рынки Европы бурно отреагировали на достижение соглашения между Грецией и ее кредиторами. Однако к середине сессии ажиотаж начал спадать. Рост основных индексов стабилизировался на уровне 1,5%. Лидеры повышения акций банков и страховых компаний. Выход Греции из еврозоны в первую очередь ударил бы по европейскому финансовому сектору. Инвесторы пытаются понять, что же дальше. Итак, у нас есть соглашение по Греции, белый дым, и рынки счастливы. Теперь две проблемы. Небольшая, связанная с необходимостью провести реформы, и более глобальная, а именно, достаточно ли этого, чтобы сделать Грецию конкурентоспособной. Я лично в этом сомневаюсь. Не удержался и курс евро. К полудню он опустился ниже отметки в $1.11. Доходность по облигациям наиболее уязвимых стран Южной Европы, Италии, Португалии и Испании пошла было вверх, но к середине дня вернулась к уровням закрытия предыдущей сессии.